это ваше любимое шоу «Удиви меня». Меня зовут Милана Некрасова, и как вы могли заметить, у нас здесь такой новогодний вайб. И я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать вам в новом году всего самого наилучшего, и чтобы ваш Новый год прошел просто идеально. Ну а сегодня мы набрали очень крутых и талантливых ребят, которые сегодня будут пытаться удивить наших жюри. Валя Карнавал и Эдисон Перец! Эдисон, каково тебе быть жюри на таком шоу впервые? Слушай, я сюда ехал, я даже не знал, что меня может удивить. То есть ты много повидал? Ну, я безэмоциональная вафля, можно так сказать. Поэтому я подумал в целом что-то опасное. Ага. Вот. Хорошо. Но, может, вот тогда удивлюсь. Ну что, давайте встречать первого участника. Let's go! Он вообще бешеный, честно. И такой харизмы еще никогда не видел. Я не понимаю, как у него барабаны выживают после каждого выступления. Молодец! Молодец! Твой коллега, друг, можно сказать, сказал, что ты самоучка вообще. Это правда? Да, я учился по Ютубу. Серьезно? По Ютубу? Вау! Нифига себе! И это очень круто. И сколько лет ты во всей этой теме варишься? 14 лет. 14 лет! Офигеть! Ну, крутой, ребята! Я тебе до 15 добью. Я там смотри, сколько тебе понаставила. Я уже увидела, это просто... Это было очень круто, ребят, правда. Ну, от души, от души. Меня вот то удивило, когда она упала. Мне страшно за них в целом было, как ты их... Я думал, один момент куда-то улетит. Это расходный материал. Блин, ребят, давайте еще раз. Поздравляю тебя, 56 баллов. Это очень круто. Молодец. Спасибо. Ребята, мне капец как понравилось. Еще вот этот микс песен, когда они переходят, и он сразу начинает переключаться и опять барабанить. Я такая,
Не, вообще он изначально залетел очень уверенно и очень-очень-очень круто. И как он быстро нас всех поднял, так скажем. Очень да. круто. Это не слишком много наставило? Это нормально, да? Ну, круто же было. Но я пока воздержался так. Было... В целом хорошо, но... Пока что тебя еще не удивили. Не, я пытался прочувствовать момент, когда меня начинает качать. Вот тогда я вот ставил. Ты так это еще спокойно слушал. Мы смотрели вот так вот в телевизор, такой, как круто! И я здесь он такой... Мега спокойно, но... Ну, я предупредил. Че, следующего зовем, Милан? Да, зовем. Зовем следующего участника! Привет, я Александр. Я иллюзионист и покажу вам, на что способно на самом деле человеческое тело. Но на самом деле это все иллюзии, это все неправда, поэтому не пытайтесь это повторить ни в коем случае. Да, это важно. Каждый раз, когда я вижу реакцию людей на это, я понимаю, что это самое шокирующее, что они видели, скорее всего, за долгое время и, возможно, еще долго не увидят ничего подобного. Поэтому это настоящий искренний всплеск очень ярких, очень настоящих, прям животных, детских эмоций. То, что всем понравится, это я не сомневаюсь. И надеюсь, что вы получите большое удовольствие от того, что увидите. Спасибо. Добрый вечер. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Саша. Саша. Да, очень приятно. Приятно. Чем ты нас будешь сегодня удивлять? Я хочу удивить вас тем, что можно делать с человеческим телом, о чем вы, возможно, не догадываетесь. И параллельно я хотел бы каждому из вас сделать небольшие подарки. И вот я слышал, Эдисон, что вы очень жесткий член жюри, там говорят об этом. Поэтому у меня для вас вообще очень жесткий здесь. Подарок. Реально. Будет круто. Let's go. Да, давай. Let's go. Let's Сейчас go. Будет просто можно? Уничтожение. Спасибо. Что он там будет делать? Увидите. Просто увидите. Эдисон, можно тебя попросить подойти к этому стулу и поставить на него правый указательный палец вот так? Какой не жалко, да? А лучше указательный. И вот, пожалуйста, сюда, с моей стороны. Да, замечательно, поменяемся местами. Удобно, да? Можешь пока убрать палец. Я покажу всем, что это консервная банка. Мы убрали с нее лейбл, но она все еще металлическая, банка. Очень жесткая. Все, я думаю, чтобы это доказать, можно по стулу постучать. Очевидно, что металл. Да. А точно надо палец ставить? В этом фокусе очень важно... Убрать палец вовремя. Не делать этого ни в коем случае. Это самое главное. Держать вот до конца. Поэтому Кам я могу какой-то. Помочь тебе вот так. Небольшой угол. Я предлагаю всем залам посчитать до трех. Раз, два, три! Внимание! Банка смята. Палец цел. Да спасибо нифига огромное. Себе цел! Ты жив, палец да жив. Цел, кости не сломаны. Благодарю. Присаживайся на место. И это тебе подарок первый. Держи, заслужил. Что бы там ни было, это все тебе. Так, дальше будет интереснее. И я покажу вам моток ниток. В общем, это моток самой обычной черной хлопковой нити. Можешь, пожалуйста, его потрогать, убедиться, что это настоящая Давай. Нить. Без каких-то приколов, без секретов. Да? И нам нужно оторвать довольно большой кусок. Ну, примерно вот так. Угу. И сейчас я сделаю... Штуку одну странную. Да не на мне, сейчас ее очередь. Это будет на мне. Не подавись. Я поняла, кажется, что будет. Он сейчас носа вытянет, не? Там прям демон вылазит. Немного застрял. Вот она. Давай. Так, я достаточно ее уже взял. Можно начать постепенно вытаскивать. Валь, видно? Вот, покажу на камеру. Что вот она действительно выходит. И можно взять прям рукой, проверить, что это настоящая нить все еще. Да, держи. Только очень прошу тебя, не дергай ни в коем случае. Дергай, он мне по пальцу шандарахнул. Держи, держи крепко. Я просто аккуратненько... Она реально тянется? Отдвигаюсь назад.
Давай покажем в кадр тоже, что вот это реально нитка, которая реально выходит из живота. И мы можем так прогуляться даже, но попробуем достать ее до конца. Поводке. Еще немного. Да! И вот так. И вот она идет. И этот подарок второй на память тебе. Спасибо. Спасибо. Так, кто из вас стрелял когда-нибудь? Нет? Я вот сюда подарок положу, хорошо? Да, хорошо. Так в тире не была ни разу? Да, была. Да? Можно тебя попросить, пожалуйста? Не, я же сказал, не стрелял. Просто вытяни палец, я подарю третий подарок. Это самый безопасный подарок, честное слово. Это пулечки разных цветов. Вытяни, пожалуйста, ладонь. Одну из них мы высыпем тебе. Она может быть красная, оранжевая, синяя или цвета красной икры. Да, отлично. И мы используем ее для игрушечного пистолета, который мы сейчас вставим эту пульку, пожалуйста, вот сюда, до щелчка. Угу. Шикарно. Внутри не вылетает. Валя, если ты не против, я попрошу тебя встать. Пока, ребят, было весело. Скажи, ты правша, левша? Правша. Вытягивай, пожалуйста, правую руку перед собой. Держи пистолет. О, так хорошо. Только, только очень тебя прошу, не нажимай на курок, пока я не попрошу. Это очень важно, он очень сильно стреляет. Он игрушечный, да, но металлический. Отрикошетит, не дай бог. Поэтому прям только по моей команде, ладно? Прицелься, пожалуйста, мне прямо в нос. В нос? Да, вот в эту ноздрю, потому что, чтобы на камеру красиво было. Вот так, прицел есть? Давай еще ближе. Давай, вот так, видно? Давайте. Нет, ты серьезно? На счет три я попрошу тебя нажать на курок. Валя, ты готова? Нет, да. Давай! На счет три! Раз. Ладно, осталось найти ее. Как вы знаете, у нас все связано внутри лица, поэтому если что-то где-то вошло, оно может, естественно, видно, поднимается под кожей. Нет, оно там, оно в глазу. Давайте я покажу вам, чтобы вы тоже увидели, что она вот там примерно под глазом уже сейчас. И аккуратненько поставь, пожалуйста, ладонь. Ой, она провалилась внутрь, кажется, сейчас. А, нет, вот она. Это третий главный подарок тебе на память. Спасибо огромное. Вау, это очень круто. Нажимай. Все, спасибо. Так, молодой человек, да. Я слышала, что вы снимались в сериале одном недавно. Да. Слово пацана, угадала? Слово пацана! Да! Опустила! Ваши фокусы меня просто покорили. Мне так страшно стало, когда вы вытаскивали это из глаза. Просто это было очень круто, мне понравилось. Ребята, аплодисменты! Спасибо. Как? Вы умеете хранить секреты? Я тоже. Ну, хорош. Спасибо. Хорошего вечера всем. Спасибо. Молодец! Молодец! 99 лайков! Это очень круто! Так, рассказывайте свои впечатления. Таких подарков мне еще не дарили никогда. Мне нужен сейчас психолог, честно, прям. Ребят, я вам клянусь, когда я держала нитку... У меня реально... Ну, то есть по нитке же чувствуешь, откуда она вылазит. Если бы это был какой-то грим или еще что-то. Но она прямо оттуда шла. Я не понимаю, как это так. Не, ну я чувствую предвзятые отношения немного. Потому что первый фокус он просто долбанул по пальцу. Ну, типа там не было никакого фокуса. Он просто долбанул по пальцу. А тебе что, пулька из глаза нужна была или нитка из живота? Ну, он мне долбанул, а не себе. Ну, трэш. Ну, трэш. Конечно, трэш. Ну, трэш. Ну, да, вообще трэш. Давайте позовем следующего участника. Аплодисменты! Привет.
Привет. Вы круто катаетесь на роликах, да? Чуть-чуть совсем. Практически ничего не умеем от слова совсем. Мы постараемся. Хорошо, тогда let's go! Вау, это круто! Мир тлен, и ты в нем горишь постепенно, конечно. Дотла несомненно, по кусочкам, по каплям, по венам. Разливаешь себя так забвенно. Каждая минута на счету не терять. Каждая секунда на свету не роняй. Подними стул, руки на грани фул. Заразно, как Эбола, она забыла слово. Здрасте, как же не хватало в этом грязном мире счастья. Мы давно забыли об усталости. Несите меня сейчас. Кошмар. Сейчас, я не притворяюсь. Она свежая, как хит премьера. Я всегда хотела ее такую. Танцую пантеру. Она смотрит на меня жадно. Она хочет на меня попасть. Эта девочка всегда прохладна. Я всегда хотела ее такую. Танцуй, пантера. Сколько лет вы потратили на то, чтобы вот такое вытворять? Скажите, пожалуйста. Я 6 лет. Кристина чуть поменьше. Поменьше. Говорит, 4. Молодцы! 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 А вы где-то до этого выступали уже с такими номерами? Да. Да, много где. Это Лужники. А чего вы так скромничаете? Сказали, что вы на Олимпиаде уже были. Это Кристина. Я была главной героиней открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. Девочкой Любы в 2014 году.
Валя, ты не хочешь покрутиться? Я? Хочет, хочет. У меня же глаз запотел после вас. Какая прикол. Капелюшечку. Вот столько. Давай, 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 давай. Крепко, крепко, главное. Ладно. Хорошо? Да. Договорились. У меня все крутится, как вы это делаете, как вы это делаете. Со временем вестибулярный аппарат нарабатывается. Мне в космос нельзя, видимо. Нужно просто потренироваться. Чуть-чуть. Ребята, вы очень крутые. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Ребят, вы очень крутые, вы собрали 104 лайка. Поздравляю. Рекорд, рекорд. Ребята, ну вот я сейчас испытала прям вау-вау-вау. Это калашматит кошмар просто. Это... Я потерялся в пространстве сразу. У меня до сих пор башка крутится. У тебя тоже? Зовем следующего участника! Здравствуйте, меня зовут Васильев Максим Сергеевич. Я пришел продемонстрировать свою способность. Я вижу закрытыми глазами, могу по ауре считать предметы. Вот, и сегодня я это продемонстрирую. Для жюри. Я не могу объяснить, просто чувствую силуэты, чувствую предметы, цвет могу прочувствовать и, естественно, сказать вам, например, что происходит вообще вокруг меня. Привет! Привет! Здравствуйте! Меня зовут Максим, и у меня талант, я бы сказал, даже способность. Я вижу закрытыми глазами. Ничего себе. Могу видеть в темноте, либо с завязанными глазами, и смогу вам сейчас прямо здесь это продемонстрировать. Let's go. Вырубайте свет. Let's go. Прошу вынести предметы. Где ты? Можете показывать предметы и показывать перед мной. Я готов. А только из этих или любых? Все, можете. Давай. Нет, показывай. Вот что-то через руку. Да, показывай. Так я показываю. А вы готовы вообще? Да, 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 мы уже начали. Угу. Сейчас видим. Показывается и пропадает. Показывается и пропадает? Что-то твердое, круглое. Куда пропадает? Сейчас, секундочку. Не вижу сейчас. Это круглое, зеленое. Это яблоко. Я же понял, что оно пропадает куда-то. Можно давай. Следующий предмет, верно? Да, да, можно следующий предмет. Покрути, чтобы он видел, как оно крутится. Что-то такое тонкое передо мной. Большое, круглое. Крутится. Вы бьете им что-то. Это молоток. Сколько
Слушай, ну ты им ударила, так и я бы даже понял. Вы можете что-то из своих предметов мне показывать. Вот, и мы можем проделать. Что-то круглое. Мне кажется, или она блестит? Подскажите, пожалуйста, точно. Да, 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 верно, да. Это браслет какой-то. Я понял. Он всегда говорит что-то круглое. Надо ему не круглое показать. Давайте еще один предмет. Да, он есть уже. У меня тут два их. Угу. Это что-то большое. Прямоугольное или квадратное? Я уже почти рукой чувствую, честно говоря. Стекло присутствует в предмете. Наверное, это картина, но я не уверен. Сейчас. Уверен, уверен. Давай следующий. Так, давайте финальный предмет. Уже. Уже показывать. Уже. Это что-то резиновое. Так. Какие-то ленточки там. Немножко так, ну, такое большое, вытянутое что-то. Может, ботинок? Совершенно верно. Есть идеи? Так, у меня уже немножко голова болит, честно говоря. Я потихонечку думаю закончить. Все, достаточно тогда. Снимай. А можно твою маску потрогать? Да, можно. Давай проверим. Покажешь мне что-нибудь? Покажу. Давай. Давай. Давай я вот так сделаю, я честно поглядывать не буду. Давай, показывай мне что-нибудь. Да, а, не, я не подглядываю, честно. О, там, руками. Стрелочки. Да. Что-то резиновое. Да. Да? Да. Я вижу. Я вижу синий цвет. Ой, это часы. Спасибо большое. Там правда ничего не видно, клянусь. Это был Макс, молодец! Со скольки лет ты начал этим увлекаться? И как ты вообще открыл в себе этот талант? Открыл этот талант, мне кажется, не очень хитро. Начал видеть в темноте. Вот. И видеть как бы мебель в квартире, маленький совсем еще, начал просто чувствовать перед собой предмет и так далее. У меня еще один вопрос есть. А когда твоя девушка в телефоне что-то делает, ты можешь увидеть, что она там делает? С закрытыми глазами, да. Обалдеть. Если это вообще передо мной происходит. Это правда удивительно. Давай еще один. Ты набрал 66 лайков. Поздравляем! 67 даже! Молодец! Уж как-то не по себе стало. Такой он какой-то чудесный. Я не знаю, такой. Это можно назвать экстрасенсом? Но я всегда оставляю нотку надежды в своей голове, что это как-то провернуто так, что как будто бы как-то можно подглядеть. Но там реально было темно. А как ты про часы узнала? Так я вот так подглянула, ты чё? Но он-то не подглядывал, он прям ровно смотрел. Ну это обалдеть, конечно. Трэш. Ты, кстати, больше меня поставил. Опа, первый раз. Давайте поаплодируем следующий участник! Всем привет, я Стейзи, и сегодня я буду петь для вас. Больше всего я хотела бы удивить Валю. Песню, которую я выбрала, в этой интерпретации точно еще никто не слышал. Это будет что-то фееричное, мне кажется. Есть такой очень крутой саунд-продюсер Фарго. Его команда делала частушку, и я с ним дружу. Я пришла к нему, говорю, давай сделаем новую версию. И мы просто на студии, не знаю, за минут 20 просто накидали новый бит и сделали кавер на частушку. Да, я артист, у меня тоже есть свои авторские песни, но сегодня я решила сделать вот прям что-то такое интересненькое. Привет. Привет.
Ну, как дела у тебя, красотка? У меня все супер. Мы знакомы, если что. Это Стася, она классная, вот. Так что давайте поаплодируем. Я с ней еще 3,5 года назад познакомился. Она была моим педагогом по вокалам. И очень долго я с ней занимался, так что все мои вокальные данные — это все... Благодаря ей. Да, это ее заслуга. Я хочу сегодня спеть песню. Мне кажется, она вам очень понравится. Let's go. Вроде все окей, но все равно не то. То внутри so happy, то снова минор. То улыбка без причины, то дрожь по коже. Что зеленый свет на перекрестке с черной кошкой. Мейкап остался на подушке. Одна, да и ей не то подружи. Их устала слушать, вокруг все так скучно. Ждет, когда закружит, всем девчонкам нужен тот, с кем их огонек не гаснет, как за каменной стеной. Сам с лилиткой на запястье, полный бабочек живот. Сердечко рвет на части, тих не стало до него. Всем ошибок, слове счастье, всем девчонкам нужен тот. Спасибо. Значит, бабушки любите. Ребята, еще спасибо. Давайте аплодисменты. Я пришли поддержать ее друзья. Спасибо. Здравствуйте всем. Здравствуй, Валентина. Привет. Не ожидал меня тут увидеть. Как вам Стася? Ну, я, ребят, я давно знакома со Стасей. Она, правда, невероятно круто поет. Вы сами сейчас все услышали. Так что еще раз моя... Спасибо, благодарю. Мое сердечко у тебя. И все, вообще все. Эдисон, как тебе Стася? Я чувствую себя негодяем. Про меня уже говорят, что я жестокий. Выходит, девушка поет, спасибо, а я жестокий. Большое. Не, я жестокий. Ты крутая. Благодарю. 68 лайков, молодец! Какие 58, посчитай. 43, 15. 43 плюс 15, сколько будет? Так, ну и что, что у меня по математике была двойка, и что? Я просто хотела больше накинуть человеку, ну ничего страшного. 58, так 58, извините, все, все. Эдисон, вот ну рассказывай. Да ну, я как уже тебе все сказать? Сказал. Ну почему ты так скомканно говоришь? Говори, как тебе пение ее хотя бы. Да это, ну, а уже поздно, да, ставить? Да я говорю, я себя каким-то не таким чувствую. Тебя пока не цепляет, короче. Нет, ну как бы, ну это действительно мой максимум, да. Вот Вале нравится больше, когда поют. Мне, когда читают. Давайте посмотрим, чем вас удивит следующий участник. Встречаем! Я знаю, что... Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me in my way? Олда вспомнит этот звук.
Рассказывайте, как вас зовут? У вас есть какая-то группа? Привет. Нас зовут Детали Тайм. Мы команда в стиле робот-анимейшн из Санкт-Петербурга. Вау. Да. Мне кажется, я каждого из вас видела где-то на просторах интернета, и вы очень круто делаете. Это прям удивительное что-то. Спасибо. Мне нравится, как вы делаете вот эти вот резкие движения вот так вот, как робот, а потом резко вот так вот волна, и я такая «Воу!» У тебя хорошо получается, кстати. Давай я к вам в команду пойду. Давай, спускайся. Ой, не, я тут постою. Сколько раз в неделю вы тренируетесь, если не секрет? Сколько раз в день? Ты спросила, сколько раз в день? Раз в неделю. А, так, нет, неправильно. Это вообще-то лайфстайл. Мы живем, тренируясь каждый день. Мы живем, дышим этим. Это наша работа основная. Как вот зубы почистить, мы работаем, треним. А сколько лет каждый из вас положил на вот это вот удивительное дело? 12 лет. Да, ну у меня побольше будет. Почти 15. Ого! Офигеть! Ну вы, конечно, вырастали просто. Не, ну честно, я и танцы — это прям вообще две разные вселенные, но я что-то завис. У нас получилось, что наша задача танцевальная — это чтобы люди такие... Залипало. Да, да. Ну, мне понравилось. Какие вы щедрые, ребята. Это типа наша крутость и лайк. Ну, там 10 лайков, да. Нет, смотрите на экран, сколько вы собрали лайков всего, посчитайте. Меньше всех. Нет, 96, это очень много. А, да? А, ну нам не хватает, по-моему. Забыли. Завис. Клево. Мне так нравится, что они реально как будто роботы в моменте. Вот как он сейчас встал, и он взял его просто как куклу. Спокойно. Знаете, как могу? Смотрите. Умеешь так? Не, я просто закрываю вот так. Ну что, ребята, давайте подведем итоги. У нас становятся победителями ребята, которые собрали 104 балла. Встречайте, Кристина и Максим! Ребята, вы собрали 104 балла. Как ваше ощущение? Классно. Очень, очень классно. Вы, неожиданно. Вы правда заслужили эти все лайки. Спасибо большое. И вы сейчас заслужите получить призы. Понятно. Спасибо. Там одного подходите не хватило. Сюда. Смотрите, здесь есть призы разные. У вас всего 104 лайка. И вы можете выбрать несколько призов или один какой-то большой. Ой, ну мы не готовились к такому, честно говоря. Ну можете прямо сейчас выбрать? Ну нас двое, нам очень сложно будет выбрать. Вы можете выбрать два приза для твоих, если так хотите. Что ты думаешь? Не знаю. Или же обменять на деньги. Обменять лайки на деньги. 1000 равно 1 лайку. Деньги. Как? Деньги? Деньги. Деньги? Деньги. Ну что, ребята, это было шоу «Удиви меня». И давайте все вместе поздравим победителей. Они выиграли 104 тысячи. Ребята, аплодисменты! Спасибо. Ребята, ну а вы ставьте лайк и пишите комментарий. И всех с Новым годом!